Во главе угла безопасность детей в связи с введением режима чрезвычайного положения зимние каникулы школьников продлены до 17 января. Главный педагог области обратилась к родителям с просьбой держать на особом контроле детей. Продлены зимние каникулы школьников до 17 января, а для студентов колледжей и высших учебных заведений занятия второго семестра начнутся 24 января. Руководителям образовательных организаций даны специальные указания по обеспечению безопасности. Уважаемые родители, просим вас настоятельно обеспечить безопасность своих детей, не выпускать их из дома в неположенное время.